Здание Титов-арены в качестве площадки для тренировки в МЧС выбрали не случайно. Оно повышенного ранга сложности. Площадь превышает 6500 квадратных метров, а вмещает арена 5600 человек. Условное возгорание случилось в гардеробной. Сильное задымление довольно быстро распространилось по всем помещениям. Чтобы быстро его ликвидировать, пришлось задействовать 58 спасателей и 15 единиц техники. Удалось обойтись и без жертв. А люди, согласно сценарию, в здании были. Было спасено 93 человека, также эвакуировано из зоны задымления 8 человек. Из них 8 человек условно были пострадавшие, доставлены все в скорую помощь. Руководством учения обстановка осложнялась. Обстановка осложнялась и звено, которое было отрезано, эта обстановка осложнялась наличием людей в здании объекта, ну и такими дополнительными другими вопросами. Новые вводные требовали от спасателей максимальной концентрации и быстрого реагирования, но они справились, заслужив на тушении Титов-арены оценку «хорошо». Кстати, подобные учения прошли сегодня во всех 12 отрядах края, и везде спасателям приходилось работать на потенциально опасных объектах с большим пребыванием людей. Татьяна Голубева, «День с толком».